Снимаю отдельное видео по рюкзаку. Вот таким образом мы его собрали. Все тут великолепно, все здорово. Единственное, что лямки коротковаты, но тут их можно сделать длиннее, то есть увеличить, и все будет отлично. Да, то есть прибавляйте настолько, насколько нужно именно вам. Рюкзак получился из сумки очень-очень удобный. Да, давайте прям близко-близко покажу. Очень много вопросов у вас на эту тему. Да? То есть вот таким вот образом. Никаких проблем нету, все прицепляется, наивеликолепнейшее, все собирается. Мне сейчас просто на ютубе написали, что прям вообще нет, обычная такая штука, очень удобная. Хотите, носите на ручках, да, таким вот образом, сейчас отодвину камерку, да, таким вот образом носите на ручках, хотите, делайте рюкзаком, все очень классно, все прям великолепно. Никаких как бы проблем, его собрать нету, отрегулировать длину лямок тоже нету. То есть очень удобно. Мы прям оставили обе сумки, потому что в аэропорту, где-то с ребенком по улице гуляете, да, то есть вот это вот все, лично мне очень это важно, чтобы мне было удобно. Я вот такие обе себе оставила, что ту, что другую сумочку. Вот, сейчас вы знаете, как она делается. Делается легко и просто. То есть прицепляете за одну лямочку, продеваете вот тут вот сквозь эти дырочки, ну, если я правильно поняла, да, и надеваете на плечи уже. Да, то есть вообще проблем нету. А у кого такие проблемы, кто вот блогеры особенно снимают, не знаю. У нас это, конечно, заняло 10 минут времени. Мы тоже долго думали, как это, что это, как оно собирается. Но как-то же мы додумались все-таки. Вот, поэтому так вот.